Три дня в стенах Ленинского мемориала работала китайская делегация во главе с внучатым племянником Мао Цзэдуна Цзао Юньшанем. Вместе с сотрудниками Мюнцентра они обсудили технические условия и содержание предстоящей выставки, посвященной 125-летию со дня рождения Мао Цзэдуна. Предстоящая выставка стала возможна благодаря подписанному в сентябре 2017 года соглашению между мемориалом товарища Мао Цзэдуна и Ленинским мемориалом. Мы еще обсуждаем, какие экспонаты привезем в Ульяновск. Мы планируем привезти именно личные вещи Мао Цзэдуна. Мы знаем, что Мао Цзэдун два раза был в России – в 1950 и 1957 году. Тогда он носил здесь теплую куртку и шапку. Их мы тоже планируем привезти на выставку. Соглашение предполагает обмен не только выставками. В сотрудничество двух стран впервые в России будет внесено одно новшество. Мы принимаем экскурсовода из мемориала Мао Цзэдуна. Он будет вести у нас здесь экскурсии, а мы направляем своего экскурсовода в мемориал Мао Цзэдуна, потому что мы планируем, что наша выставка, посвященная Владимиру Ленину, которая будет как раз экспонироваться к 150-летию, будет проходить в этом мемориале. Выставку в Ленинском мемориале планируют открыть 7 ноября. Она будет работать полгода. Само открытие будет ярким и пройдет при участии Ульяновского государственного симфонического оркестра «Губернаторский» и артистов из Китая. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.